Мы отбили атаку барона. Но навсегда оставить эту проклятую пустыню позади нам мешает нехватка топлива. Так что пока остальные готовят Аврору к отъезду, я, Гюль и Дамир должны пробраться в нефтяной терминал и выкрасть оттуда цистерну с топливом. Нужно открыть ворота изнутри, чтобы ребята могли подъехать на дрезине, прицепить цистерну и уехать до того, как бойцы барона успеют очухаться. Гюль с Дамиром будут ждать меня возле терминала. До встречи наверху! Идем, Дамир. Меньше крови, Артем. Пожалуйста. То на разе. Никто не ходил, дураки жёг. Мы стоял, каждый день стоял, пульсы жёг на. Лучше охоту уходил, дурак кулдык ожак сыт. Так, низко сгасимое, всякий шпин. Угла есть. Gaśmy. Czekajmy, aż ten przyjdzie z powrotem. Idziesz? Idzie. A, chodź. Kochaniutki, chodź. Bach. Pięknie. Nie mogę go ogłuszyć. Bardzo niedobrze. Tam jest jeszcze jeden. Jak śpisz, to sobie śpi. Się nie odwracaj. Zamknę. Że to nikt nie przyjdzie, tylko sobie poczekają. Nic nadzwyczajny. A piernicze się rozszczekały. Że musi być. No to gdzieś indziej musi być, nic nie widać. Może nie ma żadnego przejścia. Ależ ujadają. Walki psów. Tutaj kolejny śpi. Muszę
jeszcze w ogóle tutaj może coś ciekawego znaleźć u nich. Biorę z nędzą. Miejsce się pokłócili. Nie przejdę tędy. Kurde, lipa. No to chyba w ogóle nie ma żadnego przejścia, tak? Jak mocno tutaj iść? Tutaj się zajmują psami. Dobra. Nie ma nikogo. Musiałem na coś nadepnąć, no. I idź spać. Idź. Kurde, jakby tak dać długą po prostu. Kapnęliby się, zdążyliby. No i ile jeszcze będziesz tam stał? Kurde. Ci dalej tam się patrzą. Lezą. Wiesz, oni chodzą. Na butelki chyba po prostu nadepnąłem te. O, byłoby innego mniej. Dobra. Udało się. A nie wiem, że tych śpiących nie mogę na ogół. To głupie troszeczkę moim zdaniem. Tego można. Ja myślałem, że on tu śpi, a tutaj se stał. Dobra. Mało ważne w tym momencie. Tam co siedzi, czyli tędy nie ma szans przejść, bo będzie mnie widział. Co jest tutaj w ogóle? Tędy trzeba jakoś czmychnąć. Ostrożnie na butelki. On mnie nie widzi. Nikogo nie było. I teraz nie wiem, idzie, nie idzie? I zakosił mu placka. A, tutaj dookoła można było obejść. Żygaj. A długo będziesz tam żygał. No. Sio. Śpi.
Albo przynajmniej się tu nie patrz. Kto pycha? Kto to tam? Думаю, свой вышка, свой бикинис, крепость, закинда, скоро. Опять время прошло зря. Добра. Хорошее место. Да нет, Артём, пришлись. Аврора готова выдвигаться. Что у вас? Противников оказалось больше, чем мы думали. На территорию проникли, но Гюль куда-то пропала. Ожидайте сигнала. Вас понял. Конец связи. Наши. О, поручили сами. Смотри, цистерна залита под горлышко. Хорошая новость. Но есть и плохая. Ворота закрыты, и забрать ее мы не можем. Товарищ полковник, это Дамир. Цистерна у нас, но возникли проблемы с воротами. Вас понял. Работаем по резервному плану. Действуйте по обстоятельствам. Видишь, провода от ворот ведут на вышку. Но вот как туда попасть? Прямо крепость неприступная. No, wygląda, ale jakiś sposób trzeba znaleźć. Молодые люди, вы серьезно задумали атаковать нашу крепость? Я, конечно, уважаю храбрость, но умирать просто так все же не стоит. Кто у вас главный? Поднимайся ко мне. Нам есть что обсудить. Ты смотри, как заговорил, гад. На все 180 развернулся. А ведь мы ему насолили как. Прячь волыну и поднимайся ко мне. Иначе прольется море крови. И совершенно зря. Окей. Споко. Ну то же и так не мам выйти, но потом не ма как выйти. Открыть ворота и впустить гостя! Поднимайся! Тебя никто не тронет! Если сам, конечно, не нарвешься! Не нравится мне это, но вариантов нет. Если не уедем, все в этой пустыне ляшем рано или поздно. Удачи, Артём. Если что пойдет не так, в общем, чем смогу, помогу. А в чем с ним тереть-то? Раз перетереть позвал, значит, есть о чем. Да, барону лучше знать. Ну то дропчаемы. Ух, сколько же их там, не сосчитать. Нефтяники, рабы, женщины даже. Чё мочишь, на? Барон, наверное, на самом верху. Ещё, бля, как его? Пентхаус, во! Сюда давай, бля! Ты качал на того обойди, сразу к чистым двигай наверх! Не, ну костыль, ну с хера так долго-то! Тебе починить, расплюнуть, бля! О! Ты из этих чистых зацени, чё винт наточил у бугра мастырит, бля! Не машина, а огонь, бля! Тога, сука, нам на нее только смотреть. Она правда спора. Вот ты чисто не возникал бы на эту тему, бля! Ты ж, сука, фартовый! Шестерок зеленых сразу выбрал! Ты чисто того, обойдин! Видишь, обезьяну тут напрягают! Ну ты, бля, давай, тяни, бля! Тартенесла! Фиг ли тебя вчера кормили, бля! Ты мау, бля! Твою мать, не сука, пока не подпалил тут все на... Во-во-во-во-во! Сгорел лошара на работе, на! Мля, какие же они тупые, на! Третий, мля, в отбой пошел! Уроды, мля, безмозглые! Че я теперь, сука, костылю скажу? Лохматые твои вышли все, новых дай!
Из-за этих дебилов, блядь, теперь до утра возиться. Вот суки. Что за менды? И долго подторчать. Можно подумать, хозяин, что ты нападаешь. Не надо, хозяин, я не хотел. Хлебало завалил, бля, учить тебя буду. Мирза, пощади, не надо учить. Зараз научай. Не убивай, хозяин Мирза! Только не убивай! Хозяин злой, но он хозяин! Если он умирал, меня убивать будут! Мирза меня спас! Хозяин проснется, забудет, что было! Спасибо, Мирза! Век запомнить буду! Спасибо тебе, великий Мирза! Пусть священное пламя тебя защитил! Że mi tak w ogóle pozwolili z bronią sobie chodzić, nie? Słuchaj, ciebie, короче, po lestnicy. Пройдешь хаты блатарей, потом гарем. A tam już chata samego Bugra będzie. Zamiczał, delał mnie. Oj, ja by stanowił w odrobinie. Po schodach. Mało ważne, aby do góry. Nie, no gdzie ty tam kapajesz? Dawaj już sюда idzie. No idę, idę. Od mordy chcesz? A nie. Ciumaś, co происходит? Очень глупо! Убейте! Не хотелось, не хотелось. Священный пламя, спаси меня! Дай еще пожить! Это плохой день, но я не могу умирать! Нет важного! Священный пламя! Прячется где-то здесь! Перевернуть все вверх, нужно найти! Какого? Какого? Co, nie mogę tutaj wejść? Coś im się pomyliło chyba. Противник на верху! Как она здесь оказалась? Гюл? Co jest grane? No, wiecie co panowie, ale to przydałoby się otworzyć. Zakrył! Stoj starany trus! Jak говорить z takim? Za dorakami mnie держите! Nie zachcieli обмена! No znaczy podochnijcie все! I ty, Jules, pierwszy! Coś mi się zdaje, że będzie grubo. Artyom, przygotował się. Dobra. Thank you.
А, покаж. Почему замолчала? Ну, шусы. Я пойду туда, пока собака не убежал совсем. Co mam się sam bronić? Его поймать и дверь тебе открыть. Держи. No i poszło sobie. Nie, trochę nie przesada. Na kogoś takiego jak ja. To jeszcze mam jakiś granat mam. Wow, pany. Takie grubo. Wyprztykaj się, wyprztykaj. Ła! A nie wiedziałem, że przez to przestrzeli. Kurde. No to co, jeszcze raz? Ciekawe, co by się stało, jakby tej kobiety nie próbował ochronić. Może inaczej zrobimy, zobaczymy jedną rzecz szybciutko. O właśnie, dobra. Куда собрался, трепач? Получай, га! Zanim to trochę z tą siłą ognia, tutaj tego kolesia to przesadzili. To nawet nie tyle siła ognia, co raczej ochroną jego. No to już jest. A. Chemiku? Chyba. Вот это бойня. Ты, я смотрю, не сдерживался. Не уйдешь, не уйдешь, собака. Ну не ошунзавит, но. Вау! Ничего себе! Вот значит, о каком плане Гюль говорила. Какого черта у вас там происходит? Уходите оттуда! Я пошлю ребят прикрыть отход. Дверь поддается, Артем, давай поднажмем. Не надо. Воу. Занимаю потерю. Создать новый мир? Не выйдет. Здесь... Держу! Займись бароном! Всегда выживает сильнейший! Артём, убери голову! No i tyle było barana! Sobowtóra nie ma, barona nie ma. Вы дал мой народ надежда. Я это никогда не забуду. Но война для меня только начался, а теперь
Надо закончить дело. Уходим, Артём. Спасибо, что помог моему народу. Я у тебя в долгу. Жив, зайчонок. Я так волновалась. Grubo. I tyle było barona? Fanatyki z Wolgi. Pięknie. Ludojedy z bunkeru w górach. Robowładzielcy z brzegów wysychszego morza. Skolko że чудовищ породила война? Или они были всегда? А война лишь дала им возможность проявиться во всей красе, и теперь от них никуда не деться. Все же терять надежду рано. Мы все ближе к нашей мечте. Найти пригодное для настоящей жизни место без радиации мутантов. На добытых в пустыне картах обнаружилось несколько многообещающих вариантов, и весь экипаж с нетерпением ждет решения полковника, куда же Аврора отправится дальше. Пока же поезд плавно катится на восток. Экипаж отдыхает, а Степан сделал Кате предложение, от которого та не смогла отказаться. Czyli tak, zakończyliśmy kolejną lokację, przenosimy się prawdopodobnie do następnej, ale po drodze jestem pewien, że będzie masa pogadanek z całą załogą i po prostu przełożymy to na kolejny odcinek. Myślę, że jak na jeden i tak było nieźle. Zapraszam oczywiście wszystkich bardzo serdecznie, zobaczymy co będzie się działo, zobaczymy co będzie z Stepanem, który oświadczył się Kati, gdzie nas pokieruje pułkownik. No i ogólnie zobaczymy, co będzie działo się dalej. Zapraszam.